сегодня прежде всего я хотела бы поздравить всех людей области с этим самым замечательным и великим праздником в истории, впервые в истории нашей области. Это первая святая, которая прославлена на Волгоградской земле. Она великая покровительница и помощница всем. К ней молятся, чтобы воспитать детей, молятся ей, чтобы Господь послал детей, молятся о устроении семей и помощи вообще в монашеской нашей жизни. И вот сегодня впервые после установления Священным Синодом ее прославления, сегодня впервые мы празднуем ее день, день 3 августа. Это день, когда она почила, а теперь это день праздника, ее почитания. Очень много приезжают людей, которые нам рассказывают о ее помощи. Даже сегодня приехала одна женщина и рассказывала, как она даже во сне явилась. Она говорит, пришла какая-то монахиня, и вот ей сказала там. И когда она приехала сюда и увидела икону, она прямо вскрикнула, говорит, это она была у меня. Вот она даже вот такая помощница после прославления. Очень много у нас вот такой помощи и таких чудесных явлений она нам показывает. Праздник не просто большой, праздник уникальный. Ровно год назад решением Синода игумена Арсения была причислена к лику месточтимых святых. Это для нас большая радость и большое торжество. Мы долго готовили это прославление и вот наконец-таки дождались. И сегодня, можно сказать, по сути дела, первая служба после прославления, день ее памяти, день ее представления. Игумен Арсений вообще удивительный человек. Это не просто трудяга, это человек, который любит Бога, через Бога любит всякого человека. Человек, который воздвиг этот монастырь, который построил множество храмов, человек, который открыл духовное училище, человек, который ходил в паломничество, человек, который заботился о раненых, человек, который помогал всякому труждающемуся и нуждающемуся, человек, который отстаивал принципы божественной жизни и житие своих насельниц перед архиепископом, когда хотели некогда реорганизовать сам монастырь. Поэтому сегодня радуемся, торжествуем, прославляем и ликуем. Для нашей семьи это особый праздник, потому что в нашей семье вот есть ребеночек, который нуждается в помощи по зрению. Мы просим игуменю Арсения в этом нам помочь, чтобы Господь ее молитвами исцелил глазки нашего болящего отрока Фомы. Мы любим, надеемся и верим. Нормально? Нормально? Мы уже заканчиваем. Хочу сказать, что наша земля казачья, город Серафимович, историческая столица Донского казачества, вторая столица после Новочеркасска. И для нас сегодняшний праздник, прославление Арсении Усть-Медведицкой, очень большое, значимое событие. И мы, казаками Усть-Медведицкого казачьего округа, в количестве 70 человек осуществляем охрану правопорядка вместе с полицией. Помимо казаков Усть-Медведицкого округа у нас присутствуют казаки Хаперского округа, 2-го Донского, с Ростовской области Верхнедонского округа. Помимо охраны общественного порядка, конечно, казаки приехали со своими близкими, семьями, дети, жены присутствуют, потому что на самом деле это очень великий праздник. Хочу сказать, что в прошлом году, когда была канонизация и причисление к лику святых Арсения Усть-Медведицкой, мы также всем Усть-Медведицким округом, всем Донским казачеством принимали активное участие в данном мероприятии. По просьбе игумени Георгия мы делаем нашу работу совместно православной Русской Церкви и Донского казачества, потому что казак без веры, вы знаете, это не казак. Ну, во-первых, разрешите всех поздравить с таким сегодня большим праздником для нашего казачьего края. Это день прославления бывшей уже, всегда с нами, потому что это святая игумени Арсении. Вот, находясь в этом месте, сам я живу практически за 200 километров отсюда. Я сегодня утром рано встал, приехал. Зайдя сюда, вот получается подъем. И подъем такой, радость, она, поверьте, до слез радость какая-то. Вот стоял в этом храме, и вот просто чувства переполняют. Вот думаешь, там постою в сторонке вроде, но нет, она хочется участвовать в этом во всем. Хочется, обнять всех, объять это все. Я понимаю, необъятно, переполняется сердце. Поймите, что этих слов их просто не найти, чтобы рассказать, выразить свою именно восторг всего, что происходит. И хотелось бы особенно отметить и поздравить казачий народ, что именно наш казачий край удостоился, наверное, за что-то он удостоился, или там заслужил, или, может, во спасение она пришла. Вот именно зажглась не звезда, на небе зажглась свеча такого масштаба, что я думаю, просто она нашу землю защитит и казаков наставит на путь истины. Вот не будет того раскола, который сейчас в казачестве, там все говорят раскол, его по большому счету нету. А вот с Божьей помощью, при помощи матушки Арсении, при помощи этой свечи, зажевшейся здесь у нас уже год как, я думаю, у нас будет все хорошо и будет только лучше и лучше. Спасибо матушкам, что они такую красоту навели. Тем более здесь, насколько я знаю историю, по истории, это место облюбовали еще казаки давно. И после длительных войн, казаки подолгу служили и приходили, 7 месяцев отец не был, приходили сюда, именно на это место. Поэтому это место для нас, оно, свято. И тем более сейчас здесь такая красота. Просто казаков тоже зову, приглашаю, приезжайте к нам, приезжайте сюда, приезжайте, смотрите. С Божьей помощью мы победим все свои невзгоды и пройдем свой путь с достоинством, я думаю. Спасибо всем. Еще раз с праздником.